Нет. Не, можно, конечно, напомнить, когда мы пошли на оперу, как там кто-то начал уебаться. Давай, еще приведи, я привел. Надо. Я помню, как он... Вот, а ты сможешь или нет привести, блядь? Не надо, нет! Нет, нет, нет! Или слабо. Кика статика. Или слабо. Нет, не надо, не делай этого, нет. Нет. Ясно, ДКшка засосал. Не надо, нет. Ясно, понятно. Скошник, да? Вон. Клоуном, не клоун. Ты клоун. Понимаете, что оперу мы должны пройти, ну вот, вот у нас. Ну стрел трай, типа. Первый трай или какого? Стрип включай. Нет. Тан-тан первый трай этот. Разминается, тут там учится играть на опер. И все. И потом побеждаем сразу. Не, ну он Эридар, у него должно влетать половину меньше урона, правильно? Ну значительно меньше урона. Сколько там? 40 сапрота из воздуха? 40 сапрота и 5% уменьшения дамага. И он еще одет лучше. Мне там еще этот ДКшник подсказал, типа, сапрот, приход на 50 по всем магиям. О, а где мы это? Мы знали, что такое примерно должен существовать? Ну ты вот тогда после, ну, наверное. Не, он говорит, типа, сразу сходу езжаешь, потом на второй фазе езжаешь. А вам это, вас... А сколько он длится? Вас не разочаровали не в чате, если что. Кто? Кто не стакает? Я же дай прощёныч. Сопрот с лапкой, видимо, не стакает. Какой сопрот? Вон, ты скинул. А, зелье? Так, левого пульте. Только аккуратно, как. Реслин там. Ну все. Да. Сейчас, держи правого контроля. Ну, вот сюда я подведи. Мы его не изменим ничего. Че, еще надо, еще надо, еще не надо. Не блядь, надо. Блядь, да. Ебут. Не, ну за такой косяк я предлагаю принести драчку. У меня когда на пол мы умрем. Ну, ты можешь. Блять, ну бабл, а я точно не сдохну. Да блять. Арислин, я думаю, меня поддержит бабл хаэс. Мы вдвоем выживем. Да я тут тоже съебусь. И все, у меня мел есть. Чтоб вы понимали. Остальных поебать. Ходил сегодня МГ, бегал с пугами. Смотрю, залетает Барамирчик в ретрике. И просто первый у нас груль был на королях с пула. Сдох нахуй. Я такой, о, Арислин, здорово. Потом пошли на маги, хуяк, он тоже с пула сдох. Я такой, здорово, Арислин, как дела, блядь? Рвали здесь? Блядь, он опять сейчас умрет. Это классик. Это что-то типа бафа плюс мораль. Так это не классика, это ЛК. Заебали. Только повторять. Сука, опять его душит. Блять. Ладно. Да я умер, чтобы типа надамажить, понял? И вам плюс процент урона добавить. Крестин тоже, походу, из-за этого такой умирает. Походу, да, все. Так, это делаешь хилов Эридарами, в конце босса на 5% не умирают, и босса его добивают. Зачем хилов, если можно танка? Тоже правда. Крюч, чтобы уменьшить шансы того, что тебя переебет, вот каждый раз, когда вот эту хуйню она кастует, после нее давай удар этот, смерть. Не. Да. Нет. Еще там есть вот эта залупа. Вот, сияние. После нее обязательно удар смерти. Вот это залупа полная. Еще, короче, если ты видишь, что у тебя этот каст одновременно летит вместе с вот этим дивным сиянием, то из дивного сияния можно выйти. Вот эту фиолетовую лужу.
Там бы тоже. Она тебе 1030 снимет, ну, примерно. Может чуть меньше. То есть тебя наебать удар смерти лучше после дивного сияния, чтобы урона не слил перед дивным сиянием. Получится. Поэтому типа из дивного сияния лучше выйти, подождать, пока тебя на фул поднимут, посмотреть как каст, и чтобы каст не сошелся с тиком от дивного сияния. А Зарон, помнишь, я рассказывал, что ходил Шамой в Кару Обычку с какой-то гильдией, а, Лок Тарагар, и с ними 4 часа он просто, блять, ну, даже мне его не убили. А, короче... Вечный рейд на Альянсе. Короче, один протокол решил, короче, к нам перейти, и сейчас она пошла вместе с нашими в ГМ. Она такая, в смысле, блядь, за 20 минут мы закрыли, типа, груляем. Ну, норм. Я, конечно, на пулю. Нормальный загруз. Так, еще на первую взлетку всегда даешь айсбаунд. И это не анон, не анонш. Ну, сейвы там сам придумай, короче, как не нажать. Там их много. Лучше их тыкать иногда. Хотя... Там надо посидеть, чтобы понять, когда какие-то. Еще, когда мобы вылазят, сразу их агришь там мором. Там, короче, два моба. Ой, там вылазит всего 3 моба. Два моба с одной стороны, и еще один моб с другой. Вот. Те два моба, которые вместе спавнятся, они будут в стане. В них просто мор накидываешь, а тот, что отдельно, в него ЛПшку даешь. В него на грипп можешь просто дать. Или грипп. И... То есть, игры, а что тут думаешь, блядь, донатишь и все. Ой, да, меня уже, кстати, заебало, типа, я уже хочу хапала, блядь, кикнуть. Типа, приходит без вланира в рейд, как он заебал? Да вообще, блядь. Ладно, ладно еще сова, типа, окей, она первая КД с нами, но ты уже третья. А ты я че без вланира? В смысле, зачем мне вланир? А где твой вланир? На кнопке Е. Не-не, нормально вланир. На кнопке Е. Блять, понимаешь, если у меня будет вланир, ты скажешь, о, все, я наконец-то в шипы, блядь. Да-да-да, так и будет, блядь. Так и будет. Слушай, мне честно, 30-ку, блядь, ну, я не считаю, что там треть, блядь, моей зарплаты стоит того. Ну, блядь, но. Это в смысле? Это слишком охуенно. В смысле не стоит? Но если чисто математически, то как раз третий стоит. Блять, есть понятие цена и ценность, но, блять, 30 штук в рисовку, блять, типа отдать, да ну его нахуй ты убираешь. У меня же доля это. Да, ничего. Привыкли к доле, блять. Реально. Задонать лям сможешь. Я размок купил. Задонать там лям или еще сколько-то не хватит. Чтобы мог просто подойти в одну зону и типа без наложения чар-чарки, шмотки полить. Это никак удобно. 35-я лоялка или какая 30-я, это всего лишь. А, там этот, что ли, как его, блядь, личный помощник или что-то такого. Персональ... А, персональный ассистент у него на 39-м уровне лоялка. Ну, у меня сейчас какая? 22-я, что ли? Вот сейчас, слышишь, сейчас купишь Воланир, а потом, когда X4 доживет, я не знаю, когда он доживет. Ульдуара новый Воланир? Да, это до Ульдуара ХМ будешь еще один покупать. Не спрыгивайте вниз, только. Так, ладно. Ну не факт, что он... Гок молчу чистить. Ухуй. Молчу чистить. А чё, кого нет? Нет, реально, до хера времени. Ури нету. Ну, блядь, вдруг не убьём. В смысле вдруг, блядь? Мы заряжены на победу. Я плачу, проебал из зала. Трэш ёбаный. На победу заряжен. Исключительно. Ну как на победу? Просто не хочется завтра заходить в игру. Хочется сидеть на стриме Доли и жрать попкорн. Да, завтра я, кстати, это только после 8 могу. Ну завтра, если мы... Ну и что такое, блядь, типа, я пиздец не хочу, типа, даже 8. Типа, приходить, сразу садиться за комп такой. Нам в ВВК сходить, пушку выбить, танку. Так, ТП делай, сяк, с первого в обсерваторию. Бля, вот в ВВК 10-ку надо бы. Ой. А какая пушка там надо с меткостью, типа? Ну да, понятно. Ну типа у меня так с меткостью, но 26-я. Ну иди, это паги груль. Там нет, нет. Мы, кстати, в ВК висят, на этом КД-то пойдем. Да-да. Надеюсь. Меткость там нет. Я, конечно, так и в прошлый раз говорил, но на этот раз я, наверное, не заскамлю все. Слушай, а что если я пойду? Нет. Ну, блядь. Все. Фаланира нет, какой тебе шаман, блядь.
Шаманом? У тебя какой шаман? 232. Он тебе нужен, этот шаман? Боже, смотри, блядь. Смотри, ты и так будешь в соло хилить? Да в смысле, блядь? Так мы на нубе в 9 дд. Ты соло хапал. Ну, 8. Я, блядь, 50 на 50 нахуй не закрываем вообще никогда, да? Мы типа нубы, ну, без этого, без окопок. Ахуе кольцо упало. Да, вот. Бис? Бис. А нам же всем придется сдохнуть, чтобы вернуться в начало, да? Нет. Да. Телепортер. Телепорт. А мы еще не пройдем дальше шахмат, не? А, блять, мы же это делаем. Там открыто. Там, блядь, что вы... Он просто не пользуется, что ли? Слушай, да, он просто не выйдет. Шахматы в ХМ не пытались занять. Чего? Шахматы уже в ХМ есть? Нет. Нет. Сука. Если бы шахматы были в ХМ, нам бы все равно мозга не хватило их закрыть. Я в Хардстоуне проходил героические шахматы. Блять, ну обычные, ну обычные, как бы я в соло проходил, но это, сука, долго. Это очень. За соло не хватает рук вроде. Нет, там соло просто очень дохуя времени тратится, и, блядь, мозг рак. Да у тебя сгорают все фигуры, просто ты сам... Нет, кстати, ни хрена, у меня был вот этот щиток, блядь, который с парапапарапап, с этой хуйни падает как раз. Как он, троичный там или какая-то хуйня такая? А, да, троичный, щит древних. Не знаю, мы когда в 3-4 ходили, все равно даже фигуры горели. Нереально. Запустить их можно? Да чё, даже есть же специальные тактики. Нельзя. Жалко. Хм, шахматы против Магнуса Карлсона сильно. Ты там РП заходишь, даёшь и всё. Блядь! Я им вспомнил. Чатик на инте, это просто гениально. Какой на инте, блять, на шахматах чат. Ой, на шахмат, ну я имею в виду, ты понял. На инте по шахматам. На инте по шахматам. Там, блять, чатик. Я имею в виду Роф и Сента, блять. А чё, у Леона во сколько будет? Ну, сказал, опоздает на 5-10 минут, в лучшем случае. Сейчас худший случай, видимо. В смысле, сейчас худший же, не? Уже 20. Ну я сказал, сейчас худше. Ты же сказал, ты сейчас лучше. Не, так, не. Сова была на опере? Mm-mm. Ладно, завтра ну, молча добьем. Да, поделай. К тебе будет что-то резнуться? Ну ты, в принципе, видел, что там делать. Ну, типа, просто ветерки выносить и подлетать. Ну, в принципе, да, вот это вот, как Кетер говорил, ветерки там, заходим, косты сбиваем. Едь ветерки. Не, ну на сове реально же больше ничего не надо делать. Стоишь, дамажешь, просто ветерки заходишь. Да, кстати, на ДК косты вообще не сбиваешь. Там можно будет? Нельзя. Там можно, но нельзя. Физически можно, тактически нет. Что, последнего пойдем бить мессажера? Да. Нет. Бьем, тэпнемся. А, там, блядь, ну телепорт, значит, идем. Как же ему похуй, что мы говорим, ну там телепорт. Риона написал, да. А я в этом месте пройду. Ну, похуй. О, Риона вот тут. Риона у тут. Только я в хвате не могу его бросить. У тут. Жди, я же стримлю. Вот, да. Или не стримлю. А, я не запустил. Теперь запустил. Офис с позором сразу. Нет, не буду. Потом будете сидеть, опять обсирать меня, мне это будет нравиться. Просто за любую хуйню. А, ну похуй, хорошо, я на следующий КД, блядь, сделал себе интерфейс гения. Моё ЛВИ скопируешь? Кристалл без вообще ебало, когда что-то происходит. Да, это тоже. Ну, кстати, все иконки поменять на кристалл бездны звучит хайпово. На ШП, по крайней мере, точно можно сделать. ТП в главный холл делать. Еще шкаф может там сразу тыкнуть. Да, не. Там так не нужно.
Гли у сарана упадет. Может, в окно выкинуться, все равно не возьмешь. Я не знаю, блин, реально, это ж идти только в Ульдуар любой. Десятку, двадцать пятку. И надеяться на триню. Гли, можешь карту еще сходить, купить? Карту, которая этот, как? Скоригур, да. А-а-а. Типа игра на хосту поменять на инту просто, и все. Ну, хуй. Карта хорошая. Но она, ну, просто, она же, по сути, просто хосту прибавляет. Ну и там... 150 хосты. И 700. Сколько, блядь, она стоит? Ну, получается, 2/3 твоих зарплаты. Ну, сколько мы где-то говорили, сколько? 50-60 косарей. Да, да. Там аукционы на эту хуйню. Там аукцион, да, там. В основном. Ну, я, по крайней мере, у Ауги спрашивал, типа... Ну, я вот видел на аукционе последний раз, чел у нас в Гильдии за 48 купон. Гриона не приглашает, не принимает. Блин, Кикуриона с Гильдии. Ой. Мне надо было его обижать. Я, может, выкинь триню мастерство и взять прикольную триню? Я хочу попробовать. Я Джукса бахнул. Где он, блядь? Так, а по поводу бразилок. Может, кто-то еще раз объяснит? Смотри, на первую взлетку, когда будет говорить каст, типа там несравненно магия будет кастовать фокус твой, тебе она будет набирать айсбаунд. На второй ты, я не знаю, наверное, тебе мэджик оставляешь на вторую взлетку, тебе больше ничего нет, не будет. И на третью ты всегда бомжей сдаешь. Там будет всего три взлетки, которые носят гигадэмэдж. Первая айсбаунд, вторая антимэджик, третья этот, бомжи. Еще когда видишь, что в тебя там... Короче, сейчас я покажу тебе, что тебя шотает. Это вокзал, гер. Вот тебя шотает, если вот эта штука в тебя прилетает одновременно с вот этим, и еще одновременно с... мусором и... с парочками вот этих. Можешь посчитать, сколько там урона? Сколько там? 40 тысяч. Дивное сияние там не пишет, но там, короче, тоже примерно 40 тысяч. И мусор по 10 тысяч, где 2-3 штуки. Вот это все у тебя может в 0-1 влететь. Так, все, хайповую триню одел. Так что из дивного сияния лучше убегать. Я тоже потом присуммоните. Так, еще этот Войтфьюри, ты видел, как убивается? Хотя бы. Где-нибудь. Любой видос. Что я надеюсь, что не с нуля это будет. Какой-то видос я смотрел, там, блядь, челики бегают, блядь. Вот этот ветер ебаный выносит. Ну вот мы, короче, тоже так делать будем. А мне что делать? Стой, дамаж. Если в тебя прилетел ветер, ну, забираешь его в том месте, где ты стоял. Там это как отслеживается? Он в цель берет босс? Там мы будем бить босса, тот босс, которого ты бьешь, он будет кастовать неподвластность притяжению. Подожди, ничего не надо от тебя отслеживать, просто тебя откинет. Когда в тебя прилетает ветер, тебя откидывает, все. Как же это, да похуй. Да, похуй. Просто тебя откинуло, ты это, и в нем появился, ну, в том месте, где тебя откинуло, появился ветер. Все. То есть вот я условно стою вот в этой клеточке, да? Меня я откидывает, сейчас... вот так хуяк назад откинулся, ветер. И ветер там, ветер, да? Да, там, где ты стоял. И мне похуй, да? Чисто. Ну, да. Тебя откинуло, после этого ты можешь пойти к другому человеку, чтобы ему ветер наспавнить. А, надо а потом... потом, ну, потому что все должны подлететь на ветры. Ну, как бы каст рандомно в одного из 9 человек летит. Чтобы увеличить шанс того, что у каждого будет ветер, после того, как тебя он прилетел, можешь к соседям подойти. Если у них есть ветер, можешь не идти. Если у всех есть ветер, просто стоит, типа, ну, где-то рядом. Боже, он... зачем? Не ешьте ветер. Вот, и... Ну, на касте, соответственно, ты зайдешь в тот ветер, который к твоей позиции привязан, так скажем. Если там нет ветра, то тогда ищи в другом месте где-нибудь. А взлет он как часто там? Какой тайминг? Раз в минуту. А.
И что, типа за минуту он успевает 10 ветров дать? Не 10, меньше. Но у нас рога, например, всегда не взлетает. Это минус 1. Yeah. У нас ДК никогда не взлетает, это еще минус 1. Еще на первой взлетке у нас Уриона и Рейслин жмут свои кнопки, они тоже не взлетают. Итого на первой взлетке 6 человек летит. На второй взлетке 7, и на третьей 7. А рога за счет чего? Череда или что? У него там кнопка есть, 50% дэмэджа режет, это удобно. Ложный выпуск. Он там выживает на N хп. Без слов, как говорится. А Чекова, ты тут? Или он пришел? Секунду, я забыл символ поменять. Символ? А это не в этом спеке, похуй тогда. Ладно, я поменяю, пойду сразу вместе. А, не, все, Чекова, давайте рыбу ставлю. А, на ДД фласки, короче, пейте, да. Это на малыши сапрот? Да, на малыши сапрот. На мне сапрот, я так понял. Тебе всегда сапрот. Просто всегда на каждом боссе. Даже на деве. Похуй. А нет, там же не это светлая магия нет. Похуй. Похуй, не деньги тратить. Там танка не дамажит. Похуй. Все за глифами встретили, понял. Коперы готовы. Чё ты хотел взять? Я вроде готов. Еще майти. Духи, кстати, бахнуть надо. А лапку еще дай. Урион, я еще нашел. Да. А, дай иметь ассистов, да? О, кстати, наверное. Че? Без ассистов мы будем. Сейчас парни бы на меликах прикольнулись бы. Там много ассистов раздам, как обычно. Да, еще этот, если видишь, что в каком-то из ветерке стоит метка, то в него лучше не заходи. Это ветер миликов. Вот. Тут что, на органе играет? Нормально. Вообще никогда не идет в место. Че, давайте, мы подготавливаемся слишком долго к этой залупе. Все, мы с первого трая убьем. Да. Но уже полчаса. Почитал? 1343. Ты по мане-то не просядешь своими 1343? А, да, кстати, сова еще. Как только там процентов 70 маны у хапава, можешь ему закидывать, начинать иннеры. Чтобы еще один точно закинуть. Два даже. Ебать, у тебя с математикой беда. Реслин, что там? Не? Так, а не, стоп, Реслин, когда зайдет... Не, Реслин, блядь, Хаку, когда зайдет Реслин, тогда бафкаешь. Самый главный баф, чтобы не забыть. Кто костит этот каст на взлетку Эльфира? Фобус. Галиндра. Галиндра костит. Да, ты все больше стоишь. Защита или несравненная магия. Ты все больше стоишь, просто возьмешь удар смерти и этот. И мор. Как я понял. Агро тебе набирать вроде надо только на Эльфире. На Эльфире. Да, надо. На Галиндру можешь хуй забить. Она просто касты в рандомных челов кидает. А он агро нормально набирать не сравнит. Она ОПшки не дает. Типа ты начинаешь, понятно, 6 ОПшек, видимо. Пол и дальше. Сидишь, чилишь ударами смерти. То есть Эльфиру можно вообще не трогать, да? Нет, наоборот. Эльфиру ты прям, типа, на ней агро набираешь. Не, я понял. Обязательно. Галиндра она рандомно кастует. Типа поставь себе просто одну фокус, ну типа Галиндру фокус поставь, Эльфиру будешь хуярить. И поставь их рядом, чтобы оба, ну, косты и там видеть. Хорошо. Достаточно важно. То и то отслеживаю. Чего? Все? Ну, Эслин готов? О, забавчик есть, нормально. Я запускаю.
как я успел за это дело навис, блять. Так, еще это, ты... Че он там гриппает? Кого в кого? Жителям? Фиру, Галиндру. Ну сейчас он встанет. Они почти прилетят. Огурцы, кстати. Ёбаный. Давайте быстро. Так, сейчас еще слова скажу, где ты стоишь. Это твоя позиция, типа, ну, всегда, короче, там стоит. По возможности. Так, а, ну смотри, там дорога, сейчас я ползу. Вот тут стоит. Нет, стоп, а где кто стоит? White Fury сзади, Рока прыгает. Так же. Там ну, так же, как обычно. Примерно тут стоит. Только не у стенки, типа. Всегда, короче, стой не вплотную к стенке, чтобы к себе могли подбежать люди сзади. Типа, ветерки чуть-чуть не вплотную к стене, короче, раскидывай. Типа, условно, условно, вот здесь появился ветер, где ты стоишь. Отойди вот так и сбоку стань. Чтобы сзади можно было бегать. Чтобы тебя смогли что-то побегать. Ну, это, сзади перебегаем по стеночке, грубо говоря. Да. Где их тут брать, а где? Ты сейчас одну... Ты в Галиндур становишься и гриппаешь Эльфиру. Чтобы они в одном фрейме были. Галиндра а, вот тут вот стоит. Вот это начало. Да. Нет, вот сюда стоишь. В другую. Сюда, так же. Вот Эльфиру и гриппаешь в Галиндру. Пол сейчас будет уже. Можешь середать. Бить Галиндру, да? Эльфиру. Эльфиру в себе. Ко мне прилетел ветер. Галиндра в фокусе. Сера. Люсин кому-то из нас. Реслин. И так же начал. Симсонг. Так, Хакуапли надо и Сове. А мне. А мне. Давайте. А вот и мне. Блин, у тебя там рядом есть, в клетку. Прохёс ли так? Вот Фьюри, Хакуапли остался. Окей. Чуковать. Хаку, если шоу чуковать, заберешь, если не прилетит. Там 2 метра. Вы скажете, когда заходить, да? Я скажу. Сера. Хако, забирай возле клеток, я по центру заберу. Блять. Пожалуйста, не подкиньте. Скоро каст. Каст. Зашли, зашли. Так, напуливаю. Я улетел куда-то, сука. Дальше, дальше. Блять, ветер в миле был. Как раз под бусты. Я с арены вылетел, блядь. Бриона, блядь. Мы очень много литров проебали сейчас. О, мне надо ветер. И Хакуап, мне надо ветер. Блядь, мне пух... Это милики. Милики, отойдите аккуратно, здесь берете. А мне какой ветер? Левый сера, справа, сера, милики. Сера, сера. А, нет. Ну, блядь. Понял, блядь. Два ветра, блядь, вы рофлите нахуй? Какой каст, блядь, ебанутый на Синксу? Какой каст реально на Синксу? Шизоид, блядь. Просто упадите в руку. Дебил, блядь. Ладно. Все равно не хватало. Не вставайте только. Не вставайте, вас резко. Нормально, зато по дему уже все хорошо, там 40%. Что так и должно нравится. Быть, что с арены выкидывают, типа... Нет. Ты два ведра зашел, видимо. Понравится. Либо я не буду, но не должно быть такого. И вот на первый раз, когда вы сказали, я в потолок улетел и приземлился уже здесь, на арене. Ну тогда ты подлетаешь и вниз, и все. Не, ну, и... ну там бывает, это вроде баг просто. Так, а еще один очень важный момент. Когда ты нажимаешь на запуск босса, комбат ставится? Да, нет? да. А тогда ты в анонсе, вот... анонсе я буду пить этот зелье. Ты вот сейчас выпил припот, это было хуёво, я видел. Да, я просто думал, что будет комбат вешаться. Комбат вешается, как только я запускаю. Я всегда говорю об этом. Ну, я не знаю. Что я запускаю. О, я забыл тебе сказать об этом. Ничего. Не, ну в остальном нормально, только тебя там почти переебало. Я думаю, если ты был бы не рейдером, ты бы уже в могиле был. Заберите ему.
А что, когда привыкнешь, можешь уже пробовать из дивных сияний выбегать, чтобы тебя не переебывало. То мы можем уронить тебя. Так, три не говно, я проверил. Так, и этот. Ну, ветерки, короче, это, блядь, не заходите у ёбки просто так, пожалуйста. Я запускаю. Три, два, один. Выпустил. А у тебя саппорт стакается сладко? По идее, нет. Ну, с банки, по идее, не должен стакаться. У меня 250, это темная магия. Нет, не стакается. Почему? Сколько там? У меня 205, он на ридар 245, он должен быть плюс-минус. Злая ведьма, тяжелый случай, но есть и другая, ничем не лучше. Жмыхли засунула, возана в клетке, а скоро злодейки болтаться на... Ну, первый трай это разогревочный, конечно. Рано ты еще плюсуешь, вот когда... Да, будешь плюсовать плюс морали, когда мы тут будем в... Без 5-7. Вот плюсовать. Что ты смеешься, хекает, блядь. Ха-ха, блядь. Ветер лучше бы вниз, блядь. Да, в принципе, у меня в Ури потом снова в меня. Меня в Ури, блядь. Ветер летит, я сижу 1-2-1-2, блядь. Так. Ты, блядь, сидишь там базоваться и не можешь, сука, хилить. Тебе щит не дал, ты, блядь, на 5 хп выжил. Ты на телеге не стоишь, мили, не можешь дать мне щит на луфе. Тихо, полчаса. Чековать. Чековать. Зеркало. Палайте. Фьюри, отойди. Фьюри, если я сегодня всем буду, блядь, разносить, походу. Фьюри, ветер очень нужен был. Глю возьмешь то, что Реслим вынес. Фьюри, вот сейчас. Хуя, тебя там. Че, чуть за душку не разорвал. Поднимается уже, все. Не резать его? Ну, если резать, или... Ладно, сейчас, давай после взлетки резать, похуй. Сейчас взлетка скоро будет. Готовьтесь. Пошли, пошли. А, блять, меня выкинуло. Ладно, похуй. Чилим. Куда тебя выкинуло? Не знаю, в окно меня выкинуло. Еще тут ветер забаганный. Стоит, ветер охуенный. Оцените. БР хаку. Да, БР хаку. И БР тебе уже, блядь. Вставай. Фоба хаку быстро. Там по ветеркам. Да, это мне будет. Надо еще хакуап и будет фьюри. Ветерки. Тот ветер, что в этом, в чоколаде. Так, вайт фьюри забираешь там рядом в клетках. Надо хакуап еще один ветер. Uh-huh. Либо он глыбу нажмет. Утка скоро. Чоколадь. Хаку забираешь там у чоколадь еще ветер будет лишний. Все, готовься, сейчас каз будет. Хаку, я заберу прям бухалку, а ты забирай это. Я прям в это... Каст, зашли. Вы умрёте. Дай баннер. Каст вторая ведьма дает. Да. Галиндер дает. Инер, блядь! Фиры раскиньте. Не вар только. Вар на ласт фазе фьюр будет кидать. Вар убил. Вар гол сорвал. Сколько еще ветер проебал.
там все в чоколад летит, блядь. Ну короче, той стороны ты возьму какой-нибудь. Блять, что происходит? АК скоро будет. У нас, блядь, умер опыт. Каст, зашли. Блять, тут все нахуй ветра баганые, в пизду, блять. Я еще один баганый ветер зашел. У нас косноязычный. Пытайте забить. Не знаю как, блять, не придумать что-нибудь. Не-не. Это очень близко было, но, блять, типа... Если улице, ну типа еще один ебан, да два баганых ветра, что, блядь, происходит с Дакарой нахуй? Я, блядь, один нашел баганый ветер, и потом еще, сука, во второй баганый зашел. Я буду больше напуливать, короче, я просто, ну, даю три веера и думаю, это хватает. Че, встаем, бежим, только не перепрыгивайте, добавимся. Этого, кстати, танк не так сильно переебывает. Ну, типа, переебывает, конечно, но что-то Фенрир сильнее ебал. Да, у нас что-то с мобами опять. Еще с мобами, да? Они всегда по-странному выходят. Они должны после коста сразу выходить, вот это будет заебись. Когда вот по земле сюда. Они выходят до коста. По дефолту. Не, нормально, все, давайте. Мы супер близко. Ну мы сейчас убьем просто, не знаю. У нас все хорошо. Сейчас флипнем. Просто рядом со мной был ветер, в который я не мог войти. Я отошел чуть левее, где не было ветра, и я взлетел, блядь. Меня еще раз кастануло, и слепящая стрела меня убила, нахуй. Я вообще в ахуе сел. Тебя просто порвало, блядь. А я вижу потом еще каст этой. Каст очень быстрый. Вот что, блядь, хаку просто. Много роз сорвал. Да. Ему там стрела безотвратности въебала на 30 тысяч. Хаку сложно нажать кнопку, видимо. А ему я дважды въебало, если что. Да, вот там вообще все равно. Ему дважды въебало. Сука. Не, подожди, ты же этот. Ты же когда набор сел, у тебя вот такой же должен быть. Ну да, и без маны потом сидишь и... Не, на бурсе это просто один же, знаешь. Веселый геймплей. Это Аркан Маг, блядь. Мне на мутике даже веселее, блядь. У меня как бы тоже геймплей интересный вот такой. Ну, у вас хотя бы кнопки быстро жать надо, я нажал. Потом. Энергия накопилась. Внутри. Ну, типа, блядь, у меня реально все на мышке. Получается, ты мышь? Я клавы люблю. Я тоже не могу. У меня на мышке только вот это. Жажда убийства. Не, ну у меня Вуду поудобнее. Кнопка 4, кнопка 5, ПКМ, ЛКМ и все заебись. Так, хавать еду, сингу дайте, да, все далее. И в Вайтфуре поешь. И потом лавка там еще или есть. А, есть уже. Открытки хоть. Бля, я открытки не. А! Духи, кстати, я забыл на прошлом пуле духи. Она, кстати, год духи еще. Раздавай духи все. Я могу. Я у меня без проков щиточек уже на сколько? Почти 9000. У нас опера уже плюс-минус стабильно, нормально идет. Нам было. Так. Дорчаю. Нам просто взять убитие надо. Так, 3, 2, 1, пуля. Да сука, если бы она не багалась, что ты, блядь, когда подлетаешь, у тебя ветер прилетает. Типа в Вайтфурии на первом пуле улетел, на втором я улетел. Еще кто-то, блядь, улетел. Тут два баганных ветра было, в пизду.
У нас Суриш, кстати, должен разрывать рекаун прям. Он разрывает. Прям этот камень, он только на 20... Ури, а тебе именно 2 СРПБ надо? Ты не мог взять 15 СРПБ и стамину? На срапа бы стамина лучше камень. Чтоб жирнее быть и не сдохнуть лишний раз. Какая открытка, блядь. Да, ДК немножечко подальше стоит от миликов. Потому что под тобой хуйня спавнится, кружочек. Если они случайно наступят в него, то они сдохнут. Это мы. Они могут, блядь, я знаю. Да мы научились. Научились, блядь. Видимо, я вижу кружок, наступаю. Я просто не знаю, какой хитбокс. Типа, вот. Ты мне тут, типа... Ну, они все равно на месте будут стоять, скорее всего. Ну, типа, подходишь, грипаешь, потом... Ну, у нас, по-моему, где-то вот здесь стоял. Вот так вот, да. Так, тихо-тихо. Да, блядь. Какой после вайпа? Вайпа не будет. Сингсонг. А, зеро. Это я, кстати. Опять же, аккуратнее, ветер не наступи. Риона. Понял. Моментально анонс был. Сингсонг. Палате. Куаплю. Так, глю надо и в эфире надо. Палате. Глю надо. Мы глю на миликах не сможем нормально вынести, у нас ветер ебаный. Будет фурия. А он не может мили забрать? Он может любой забрать. Короче, блять, глю. А, вот все, каска. Похуй. Каст. Зашли. Будет фурим, блять. Блять, глю умер. Все. Диван. Хак, умри со мной только рядом. Не сбегай внутрь. Интересно. Сука, вот хуёво, что эти ветерки сразу не активируются. Ну да, я думал, успеет просто. Да, я вот тоже на самом деле надеялся. Че надо было, наверное, просто побежать. Ужали просто бабл. Давай. Бабл, это не самое плохо было. Вторую взлетку плохо бы жили. Ну да. Без массива. Это Мурион и ШВК, да, кстати. А, ну ничего, в канале. Почилим. Ты АФКш на уровне, да? Видимо. Может, это 1-2 минуты. Ты рыбу только поешьте перед тем, как
Че там? Вообще уже можно, если все тут. Классно, 2 минуты провел, просто смотрел, как папич в Dark Souls где-то бежит. Понял. В курге. Мне не падал последний смотреть. Уриона нет, ладно. Не, на стриме. 5, 4, 3, 2, 1. Dark Souls 2 просто долгий пиздец еще. Поэтому душно немного. Вот сейчас Elden Ring выйдет. Будет контент. Бля, пиздец, тут вар, конечно, кливает. Да? Ну, Уриона тут. Уриона, чё тебе не хватает? Шивает катится, если чё. Сколько у него шивает? Если меньше, чем 2 минуты с лишним, 2.30. Точно, то точно вот меньше, меньше. Мне не хватает пух. Понял, я запускаю этот. Стой, стой, хак. Хак у Хисера. Я а может тебе не пух не хватает, а Винни? Заткнись! В инвиз зашел? Я в инвизе, да. Могу запускать? 3, 2, 1, запускаю. Я брат мандарин пухаю. Это self buff плюс мораль, тупо мандаринку схавать. Сегодня такой в театре расклад. Старая сказка на новый лад. Злая ведьма, тяжелый случай, но есть и другая, ничем не лучше. Шмыхля засунула хоббера в клетке, но скоро злодейки... А что ты припадку на армор пьёшь? Обидишь нас, кто? Танк. Она не работает. Может, ничего не видно из припотов, потов. Да, кстати. Тут тебя физой бьет, наверное, 0%. Эльфира, давай-ка спускайся. Чего ты порхаешь, как эти кошмарные летучие обезьяны? Всем хочется летать. Они сроки не бьют. А ты правда думаешь, что волшебник вернет мне нормальный... Еще это чуть-чуть вперед, дай. А то там к магу близко. И типа вот, вот здесь, наверное, вот. Так. Рестлин, ты что, да? Кроме тебя, Галиндра. Угу. Раз ты моя подруга, вели Хозеном разделаться с гостями. Пол сейчас будет. Пол, да. Эриона. Рестлин. Не вешалась, блядь. Кровоточка. Эриона, каст. Вот Фури надо, кому там еще надо. Симпсонгу надо. Вот Фури прилетел. Ну все, короче, Сингу только вынести, и все. Все остальных вынести. Сингу это удобно. А, еще углю нет, по-моему. Ну вот углю. Ну, Синга справа, если еще есть. Урион назад. Первый всех точно. Мое. Сейчас просто выносите. Чтоб просто были. Каст. Каст, зашли, зашли. Немножко осталось. Не нажал. Ну падать. Я забыл взять фокус. Я забыл казан. Что-то и каст немного раньше был, чем до этого. А, не вставайте. Ну, синг еще подойди. Смайл. Чё подойти? Я надеюсь, тебя смогут задеть. У нас КД на мой срез. Блять. Ты можешь вориснуть? Надеюсь. Кого? Синга. От тебя есть? Да там уже ориснин встал. Да, нам просто синга ориснуть у нас, ну. А у меня камень, кстати. Встать? А, ну да, кстати, встанет внутри ресни Сингсонга.
И нахуя? Не резай. Не приму. В смысле? Не бил? В чем смысл? А, бля, пройтиш можно. Ладно. Резай, резай. Шизик. Так где там духи? Бог. Бог. Спасибо, что духи засейвили. Да блять. У нас приз без Гера, да? Нет. Я на это когда был без Гера. А, блять. ДКш не корясать? Там есть кто-то еще? С той стороны? Нет, вставай с умнем. Там еще кто-то не долетел, вроде. Ладно, короче, заманите. Так, все, все здесь, да, вроде? Сова, если там, выходи к нам. Тут рыба. Все, хаваем рыбу, погнали, убивает наконец-то. Ну, у всех все есть, ручей запускай. Я запускаю. А, ты запустил хелсайд, все зашел. Киловый. Да. Киловый реально. Я шлен перевел морд метал, я тронив. А, не в это. Байерскую что ли. Угу. Другая, ничем не лучше. Шмыхля засунула Хозана в клетке, но скоро злодейки болтаться на ветке. Обидишь нас, получишь в дукер. Об этом наша пьеса «Зюкер». Бать, кто его озвучил? Может, у меня чарку еще лучше было сделать? Давай. Мы сейчас умираем не из-за того, что ты умер. Ты выпадаешь. Сейчас так скажем. Надо получше собирать. А что, на брас? Не, на голову. Ну, кожевки нет. Похуй, у тебя вон на природе есть. Камушка. Так, все тихо, пол. А потом отправимся к волшебнику. Не расскажете мне? Всем сок. Ура. Зерона. Нет, что не летит. На. О. Сове нужен не могу, да? На, сове еще надо. Все. Все. Я пошел на позицию. Может, там у всех остальных есть. Ну, еще просто рандомно будут лететь ветра. Скоро каст. Каст. Каст, зашли, зашли. Я на куда?
ветерочек. Да меня тут уже ветерками пиздец обложил. Я вижу, блядь. Еще один! Эх, мне бы ветерок. Да иди ты нахуй со своим ветерком, блядь. Я силить даже не успеваю. Че кого забирай? Я заберу там один. Кому еще нужно? Медики справа можете подобирать. Рисуем. 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 Ну-ка, скоро. Красная метка заберите справа, там где много ветерков лучше. Это ставьте сове красной метки. У него вверх. Реслин еще один. Ой, блядь. А Реслин спиздил в метке чей-то. Еще один. Улю много ветерков. И у меня много. Каст. Зашли. Вы умрете. Хорош. Я напуливаю. На мне мог. А забери одного мобая гриппом, если можешь, далеко. Молодец. Блять. Не могу его напулить. Ну все, хорош. Тинк ветер. Подойдите к нам, приз верни, мобов сможешь. Можете. Если будет КД свободно. Я под сферу напулю. Уриона ветер. Сейчас дивное сияние, просто. Каст скоро. Бомжей даешь на каст, понял? Пинг, ты возле себя забираешь это? Сейчас танк прохил. Ладно, я крестом могу встать. А у меня... с моей стороны много ветров. Может, у меня забрать много? Ну я не знаю, как делать. Синг еще и ветер прилетел. Скоро каст. А бы вышли, блин. Не могу достать. Я не могу напулить. Каст. Вы умрете. Я под напулю. Забивайся, босс. Я здесь. Фиры, все фиры давайте. Толкова есть. Ури. Ой. Он танк прохил. Это, кстати, супер уверенный килл, опера. Прям танк, если не вынесет. Танк, держите. Ну там был хасант. Я кош нажал, нормально. Почти супер уверенный. Супер уверенный килл. Сюда! Ну, блин, лут нормально, кстати. Лут хоть хороший, там очень хороший. Да, жезл этот и... И гадюка на энха мне... Блять. А стоп, подожди, слякать. Ой, этот, вставайте лучше этим. 23. Ну да, ладно. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Я в тебя всегда верил. Кто бы сомневался? Так а нахуй мы резались? Я не знаю, зачем мы встали. Так, это Арисин же по приколу рулил? Арисин, тебе надо? Вопрос. Да не, говно же. Давайте решайте там. Кому давайте. Че, это Роги, наверное? Что решать? У меня 73. Роги, ну, это Роги. На Рогу. Ну, в смысле, у меня 73. У меня 92. Мне за 5 делено на лут за скайнер. Так, все, пошлите молча быстро убивать. Так, умирает. Ну, если Арисин тебе прям именно надо, то, ну, докопайся до дороги, он тебя даст. Не надо. Да. Так, ну все, давайте, у нас часик на матч. Кто прыгнул отсюда? Эх. Ладно, пешком поползу. Так умри. Нет, я поползу. Но если все равно вам бежать... А, блядь, телепорт же есть уже. Почищены. Выбора нет, это, конечно, грустно. Ну что, у нас только мол, что ли, блядь, остался? Серьезно? Да. А мы вчера тебя убивали? Мы все вчера убили. Я бы... Все... Мы вчера все убили, да. А сегодня убиваем боссов, те, кто не входит в это все. Боссов, на которых мы можем вайпнуться больше, чем один раз. Ну, кстати, быстро его убили, нормально. За полчаса. Так-то. Как быстро час? Мы дольше посидим на улице. Не, мы там полчаса собирались только, так что нормально. Ну да, но, блин.
Ну ладно, в этот раз, да, реально, более-менее, типа, нормально. Мы заодно КД сможем так убивать, если все вовремя придут. Считай меня. Ну, все равно... Заодно КД и... один хуй мы закроем. Да, не знаю, можно. Подожди, ну, чё, там? Заодно КД, ты говоришь, заодно КД. Ну, это если мы 50 на 50 закроем, Карл, тогда, может, успеем. Алло. Алло. Пояснить?